Приветствую, друзья! С вами снова программа «Бункер», которую мы снимаем на студии «Марула Продакшн» и которая выходит на телеканале БТВ. И сегодня, ну, как уже традиционно, все-таки юбилейный год, и тем более, что я получал очень много писем в этом, особенно вот всякие отзывы после двух последних наших обзоров именно альбомов группы ЧМД. Сегодня наш обзор посвящен шутовской мести акту второму. Третий наш студийный альбом. Оставайтесь с нами. Ну, как и понятно, что шутовская месть акт второй — это логическое продолжение шутовской мести акта первого. Мы разделили альбом, так сказать, весь проект на две части, так как все-таки слишком много творческого материала, все это в одно это получилось, поэтому мы решили разделить, так как это было бы, наверное, более логично. Общий фильм, все-таки у нас есть, он идет полностью, есть и по двум актам, и посерийно разбит полностью. Начнем мы наш сегодняшний обзор все-таки с песни, которая является прологом ко второму акту. Песня называется «Старец Михаил». Сошлись в легенде про шута, герои и злодеи, ведьмы и лесник. Компанию дополнит шута ученик. Забытая легенда из глубины веков долго пылилась на днище сундуков. Коварство и любовь, уродство, красота — все в себе смешала легенда про шута. Мертвецы над проклятыми злодеями глумятся шуты. Следующую песню, которую бы я хотел бы осветить в нашем сегодняшнем обзоре, это «Театр лжи». Одна из тоже серий «Шутовского мести акта второго». Песня интересна тем, что мне, во-первых, она сама по себе по душе нравится. Она была сочинена мною как-то вот в таком порыве. Плюс то, что именно в этом клипе и в этой песне мы посотрудничали с таким ансамблем, руководитель которого был у нас здесь в программе «Бункер». Это Елена Ткач и ансамбль «Крылья». Много говорить не буду, философствовать. Шутовская месть, акт второй, театр лжи. Смотрим. Танцоры, певцы,
Мой монах сыт от прелюдий. Маленький мальчик, униженный слуга, на челе его видна печать шута. Я расскажу тебе, как было и будет, как жил и умер вершитель. То есть во втором акте должен появиться и наш главный герой Шут. Зачем долго говорить? Песня так и сама песня говорит сама за себя. Возвращение. Океан бездонно, я бродил, как кот бездомный. А теперь я снова с вами, чудеса приключатся с нами. Я оставил без присмотра ремесло шута свободным. Люди любят пороки, преподадим мы им уроки. Я ждал тебя 1000 лет, я дал своей жизни строгий обет. Под маской веселья скрытый ужас. Людские грехи мы подадим им на ужин. Добро и
злости все понятно. Добрым быть вполне приятно. Если зло поднимет флаги, пресечем его мы сразу. Шут и ученик, это бесподобно. Можно мстить теперь свободно. Соберем в кулак все силы и поднимем их на вилы. Я ждал тебя 1000 лет. Я дал своей жизни строгий обет. Под маской веселья скрытый ужас. Людские грехи мы подадим им на ужин. Словно призраки из страшных снов, мы соберем армию шутов. Наш герой проходил из века в век, из года в год. И следующая песня, она именно об этом. О том, что на крыльях, не знаю чего, на крыльях ветра, на своих собственных каких-то... Все-таки это такая метафора. Шут вернулся в наш мир и продолжил дальше свое дело. И песня, которая очень, наверное, говорит о разных временах жизни нашей страны, людей, песня «Крылья». Вуалью черной закрыта ширма, и за окном дождя не видно. А так хотелось громко закричать, но надо смотреть и наблюдать. Странный.
Ну и закончился второй акт и весь проект песней, я думаю, что логично здесь представить, песней «Эпилог». Клип вышел у нас очень интересный в том плане, что мы туда поставили, вставили как съемки с нашего лайв-концерта, так и сборную солянку из всех актов, которые, то есть из всех серий, которые у нас были. Знаете, у меня, когда я слушаю эту песню, даже как-то становится немножко горько на душе, как-то тяжеловато, потому что проект закончен, все закончено, с ним было связано очень много интересных вещей, даже были какие-то, может быть, и не особо приятные вещи, но тем не менее, это память, это воспоминания. И я заметил, что когда мы презентовали второй акт, именно на этой песне многие как-то сгрустнулось, даже у некоторых девчонок я увидел слезинку на глазах, и к выходу этой песни уже многих людей, которые снимались в этом клипе, в этом проекте, уже не было в стране, мы все разъехались, кто куда. Так что теперь собрать всех артистов воедино, к сожалению, уже я думаю, что это будет практически нереально. Итак, эпилог. То, чем закончился второй акт в Штатском месте и весь проект в целом. Время прошло, но долетело через века. В наше время легенда про шута. Вот такой был наш проект «Шутовская месть». И
второй акт в отдельности. Мы продолжим дальше обзоры наших, так сказать, творчества группы ЧМД. Ну а вы, друзья, оставайтесь с нами. Это была программа «Бункер», которую мы снимаем на студии Marula Production и которая выходит на канале БТВ. До скорых встреч. Пока-пока.